Привет всем, кто постоянно смотрит мой канал, и вас, наверное, вот эта камера давно заинтересовала, я ее фотки выкладывал уже во всех своих каналах, ну или, по крайней мере, в нескольких. Вот такую вот необычную камеру мне прислали вместе с аппаратом Dugi S68. Я не знаю, это прикол от производителя, это подарок еще, не знаю, там от магазина, посредника, еще чего-то или что. Они мне без пояснений просто ее дали, и все. Пока у них Новый год, я пояснения даже узнать не могу. Но суть какая? Что мне в ней понравилось? Она в железном корпусе, как вы видите. Она разборная, правда, еще не разбирал. Она имеет колпачок, чтобы не портить линзу. Она компактная, маленькая, с зажимочкой. У нее есть дополнительный крокодильчик на проводе для второстепенной фиксации. А далее, что мне понравилось, то, что она, в принципе, во-первых, работает. Сейчас я это покажу. Сейчас активируем телефон. Сразу включается приложение камеры, которое я установил. Замечу, что производителям ничего не давалось. Никакой программы там нет. То есть это я доустановил приложение камера Fi. Эй, реклама, уйди. Тебе никто не разрешал всплывать. И самый прикол в том, что вот эти вот диодики автоматически сами решают, когда включаться. Видимо, посередине между ними, вот здесь вот, пипочка такая синяя, да, видимо, за ней датчик освещенности. Потому что как только мы ее убираем в темноту, включаются диоды. Видите, да, сразу переключилась в инфракрасный режим. И мы все видим, не глядя на то, что там темно. Очень даже прикольно. То есть абсолютно в любом месте теперь уже источник света не нужен. Источником света являются диоды на камере. Если я ее найду на Али, я, конечно же, ссылку под видео выложу. Если нет, ну, значит, не знаю. Это вот она из инфракрасного переключается в обычный. Так вот, необычность ее в наличии этих диодов не, как сказать, не ограничивается. Вот, сразу видите, да? Видно. Периодически отсвет какой-то идет такой левый. Пальцем перекрыл датчик освещенности, включились диоды. Убрал палец, переключилась в другой режим. Пишет она, в принципе, неплохо. Фокусное расстояние на глаз большое, больше метра. То есть она дальше метра фокус ловит. Совсем близко, конечно, она его не ловит, это видно. Но и очень далеко она тоже его не ловит, если вот на потолок навестись. На потолке крепеж от экрана тоже не очень в фокусе. Суть самое интересное в чем? То, что хоть софта и не дали, но эта штука абсолютно универсальная. Сейчас покажу почему. Давайте. Если мы ее возьмем, отключим и всунем, например, в смартфон компании Blackview, в которой, между прочим, уже есть штатная программа для работы с камерами, собственными, то она все равно будет работать, что меня прикалывает. И более того, она автоматически определяется программой «Ночная камера» от Blackview, и с ней нормально работает. Но единственное, ночная камера предполагает работу с камерой с микрофоном. Здесь микрофона нет, поэтому неполноценная работа. Но доставив сюда камеру Fi, опять же, у меня опять все начало работать. То есть сейчас покажу вот с ночной камерой. Чтобы не быть голословным, покажу. Вот, видите, да, что тоже все работает. Ну, а если из этой камеры выйти и включить камеру Fi, и она у нас тут. Блин, где же ты? Что-то я проскочил ее. А, вот. То она тоже сейчас должна нормально включиться. Окей, окей. Разрешить. Однако она уверяет, что и микрофон у нее тоже есть. Но здесь мы не видим, кстати, режима видеозаписи, видим только фото. В том приложении, по-моему, даже видео было. Тоже интересно. Кстати, да. Значит, здесь у нас получается только просмотр и фотографирование. Ой. А здесь, если автоматом опять войти в ту камеру, ну-ка, что у нас будет? Ночная камера. Только сейчас. Будет ли у нас тут режим видеозаписи? Вот это уже интересно. Ну-ка, видите? Да, через Blackview фирменное приложение работает также и видеозапись. Сейчас попробуем остановить, открыть и посмотрим, воспроизведет ли он. Да, пожалуйста, вот вам видео. Да. И даже звук есть.
Значит, для этой штучки нужно найти другое приложение. Видимо, микрофон-то тут есть. Вот он. Сейчас мы это тоже проверим. Значит, камера Fi это только для фото. Для видео нужно искать что-то другое. Сейчас я поговорю в этот микрофон. Ну и для проверки в микрофон телефона. И сейчас мы сравним, откуда все-таки был звук. Вот вторая видеозапись. Поговорю в этот микрофон. Точно. Ну и для проверки в микрофон телефона. Точно, микрофон вот здесь, получается, есть. Значит, нужно найти второе приложение, у кого не аппарат Blackview, а на блэковском аппарате встроенное приложение во многих последних моделях. Ночная камера работает. Если кому надо, ссылка у меня была под изучением их собственной вот этой вот камеры. Ссылка на приложение. Устанавливается она практически в любой телефон, но мало где она работала. Она работала только вот с этой камерой. Как выяснилось, теперь сделали альтернативу. Вот эта вот камера, она тоже работает с тем приложением. Поэтому проблем нет, камера офигенная, но... Ой, сравните. А качество видео примерно одинаковое. Плюс здесь подсветка и микрофон прямо в камере. Здесь микрофон на проводе, подсветки нет. Зато, правда, на проводе есть старт фотографирования и видеозаписи, соответственно, S-Stop. Ну, короче, кто что выбирает. Это тяжелее, меньше... Ну, по-моему, удобнее. Это больше, красивее, но функционал ограничен. Все. Вот такую вот камеру прислали братья-китайцы. И напоминаю, что ссылки на нее пока нет, но если позже найду, будет под видео. Всем пока, спасибо за просмотр. Ну и если что интересное, опять же найду, снова будет видео. Чао.